Всем привет, друзья! Вы на канале Лепим Вместе. В сегодняшнем видео мы будем лепить хитрого койота и дорожный бегун. Самый, наверное, один из моих ранее любимых мультфильмов в детстве. Это именно данный мультфильм. Раньше, кстати, я даже не знал, как он правильно называется. Все-таки он называется «Хитрый койот и дорожный бегун». Это из студии Warner Brothers, там, где Багз Банни, Дональд, даже кого, Даффи Дак. Вот эти вот все персонажи, которые... Я думаю, многие знают и помнят еще. Все раньше смотрели, например, «Ну, погоди», а я смотрел «Дорожного бегуна». То есть его известное вот это вот... Я думаю, многие еще помнят. Ну и мультик вообще самый, наверное, простейший, но самый офигенный и прикольный. Вкратце, мультик повествует о том, как хитрый койот. Насколько он хитрый, это, конечно, еще сомнительный вопрос, потому что он никак не мог обхитрить и догнать этого... дорожного бегуна. Что он только не придумывал. И динамит ставил, и ловушки на него ставил. Подсыпал корм, чтобы он подбежал, типа начинал клевать, и сверху там падала на него скала. Ну, почему-то все время скала падала именно на этого, так назвать, хитрого койота. Для каркаса стальную проволоку, не алюминиевую. Почему стальную? Потому что она более жесткая, но и не сильно прям, потому что можно руками все-таки... выставить данную фигуру, каркас, чтобы фигурка не ломалась и не гнулась под своим весом или же не портилась от температуры в квартире, например, или от жары, когда будет летом. Ну а вы не забывайте поддержать данное видео лайком, подписочкой, нажать колокольчик в положении все и, конечно же, пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я слепил в следующей серии. Возможно, вы захотите там продолжение данной серии. То есть, если вы хотите там, например, «Марсианина». Кто помнит вообще данный мультфильм? Это «Луни Тюнс», «Багз Банни», «Даффи Дак», вот эти вот все дела. Там «Толстая большая курица», там «Сильвестр и Твитти». Кто помнит, да, «Черный кот» и «Маленькая большеголовая птичка желтая». Не «Калибри», а... Как же она называлась? Напиши в комментариях, если помнишь, как назывался... вид данной птички.
Вот такой вот получился у нас дорожный бегун, который бегит, и его никто не догонит. Были попытки у Койота, он почти его догнал даже, но не везет. Потому что бегун этот разгоняет скорость просто бешеную. Иногда бывает такое, что показывают не лапами, как он бегит, а просто какое-то колесо. То есть настолько быстро он передвигает ими. Ну и, конечно же, его популярное... Ну а самого Койота я уже сделаю тоже как бы бегущего, но уже не настолько быстрого, потому что он не выделялся какими-то физическими способностями к бегу, и он все время изобретал какие-то свои новые способы достать этого дорожного бегуна. То есть были такие серии попытки, даже можно сказать глупейшие, но очень прикольные и смешные, такие как построить большую рогатку, одел наконечник стрелы себе на нос и вставил себя в лук и сам себя выстрелил. Вы только вот вдумайтесь, как это вообще возможно, да? Но в этом мультфильме все было возможно. И даже на ракете он летел. И даже на аэроджеке каком-то там реактивном мотоцикле без колес просто вот летел. Чего там только не было. Сапоги-скороходы. Какие-то там кроссовки, которые типа дают ему скорость быструю. Также я сделал уже готовые им подставки, потому что, ну, подставки каждый раз показывать, как я делаю, я думаю, уже все понимают. Тут ничего сложного, в принципе, нету. Каркас я также взял из стальной проволоки, более-менее гнущийся. Ну, и руки можно взять уже, конечно же, и из простой проволоки алюминиевой, диаметром 1 мм, чтобы можно было придать форму в дальнейшем рук. Койота я постарался изобразить максимально детализованно, как только это вообще возможно по меркам мультфильма. Так что пишите об этом в комментариях, чего бы вы еще добавили ему. Там, не знаю, может, каких-нибудь деталей. Или же там на ракете его сделать и надо было, или еще на чем-нибудь.
Ну, собственно, вот такие вот у меня получились две фигурки. Я думаю, очень неплохо таки получилось. Пиши об этом в комментариях, как вам они. И, конечно же, ставь лайк данному видео, чтобы поддержать канал. Так что советую всем посмотреть данный мультик. Я думаю, останутся все довольны. С вами был Андрей, канал Лепим Вместе и Хитрый Койот с дорожным бегуном. Всем удачи и до новых лепок. Спасибо и пока.